baba. Сегодня, друзья, мы наконец-то с вами узнаем, чем же закончится история с крутым компом на сокете TR4 и платой, которая ведет себя нестабильно. А также впервые за всю историю я с вами сделаю распаковку процессора абсолютно нелогичного. Процессора, который не должен был здесь оказаться, но все же от судьбы не уйдешь. И давайте сначала вернемся немножко в прошлое, чтобы понять, чем мы сегодня займемся. В прошлом ролике, друзья, мы с вами смотрели компьютер клиента на Threadripper 1950X, который вообще не включался. Мы добились после перепрошивки основного биоса изображения, но стабильной работы у нас так и не было. В данном случае основа у нас, опять же, на тестовом стенде. Здесь установлен наш Threadripper, здесь наша материнская плата Prime X399A. И наглядно я сейчас могу показать ее дефект, как она себя ведет. У нас все вот так вот зависло. То есть это при том, что у нас посткод АА, как бы плата запущена, у нас все намертво висит. Более того, оно по-разному может себя выражаться. Если мы сейчас перезапустим, оно может написать то, что overcurrent USB device, то есть слишком большое напряжение на USB-шниках. И я максимально постарался решить эту проблему теми средствами, которые у меня были. Вы можете сказать: Даня, что ты сделал? Я вам поясню. Я полностью плату снял, все радиаторы охлаждения, просмотрел ее полностью на наличие каких-то сбитых элементов, замерил все напряжения основные, которые приходят. На всякий случай еще раз разные прошивки попробовал, но плата все равно виснет. Я полностью убедился, что сокет в хорошем состоянии, и плата каких-то видимых дефектов не имеет. И, к сожалению, вот эта проблема может быть связана, опять же, как с самой платой, так и никто не исключает, друзья, сам процессор. И теперь логично подходим, почему этот процессор оказался здесь, потому что вот Данька попал в ситуацию, когда ему нечем проверить клиентскую плату и процессор. То есть у меня, к сожалению, нету в мастерской Threadripper лишнего, который бы я мог подкинуть в плату, убедиться, работает с этим процессором или нет. То есть понять, уже отделить виновник плата, либо виновник все же процессора. А сложность еще добавляет то, что эти процессоры, Threadripper, знаешь, вот эти вот здоровые камни, они из-за того, что очень такие умные, у них очень много всяких PCI-Express линий, они за много что отвечают, а плата себя ведет именно так, как будто вот добавляешь больше оперативки, а плата быстрее начинает виснуть. То есть делаешь больше нагрузки, казалось бы, на вещи. Да, то есть это может быть и как X399 чипсет, так и непосредственно сам процессор, потому что и тот, и другой отвечают за некоторые похожие моменты. Как только я больше устройств кладу, вот, то у нас начинаются все больше и серьезнее глюки, иногда даже плата вообще может не стартовать. Но самое, что меня подтолкнуло все же взять другой процессор, это тот факт, что если я вот оперативочки побольше добавляю, начинаются всякие глюки. А здесь, в данном случае, именно процессор, контроллер памяти в нем отвечает за все эти нюансы, не сам X399 чипсет. Хотя на него мы, конечно, также с вами можем сетовать в данной ситуации. В общем, неизвестно. И давайте ближе к делу, что мы сейчас будем делать. Я, по сути, в этот замечательный понедельничек продолжаю диагностику, потому что мне нужно клиенту звониться, сказать. Я потратил, вы не поверите, сколько денег. Казалось бы, вот сколько бы вы заплатили вот за такую потрясающую просто коробку. Я когда мне ее вынесли, знаете, из склада ДНС, я думаю, господи, она была вся пыльная. Она там лежала, эта коробка, у меня такое ощущение, что несколько лет. Вот серьезно, покрылась уже, знаешь, грустью. Я прям прочувствовал этот момент. А все потому, что, друзья, это самый дешевый процессор на TR4, на Threadripper вообще, который в истории, в принципе, существовал. Этот процессор, друзья, 19200X, то есть
6900X, процессор, который имеет 8 ядер, 16 потоков, который вышел 31 августа 2017 года, то есть прошло уже по факту 5 лет, и являлся самым дешевым в линейке. То есть первое поколение Threadripper, там все было 3 процессора. Это начальный самый уровень 1920X, потом 1920X и 1950X, который непосредственно у нас здесь с вами и установлен. То есть мы с вами имеем дело с процессором, который, ну, по сути, самый слабенький Threadripper и самый дешевый. И я скажу, сколько он стоит. Я за него отдал 11200 рублей. И спросите, блин, 11200 рублей за такую коробку, за Threadripper, за какие-то потоки, за мощь вот этого вот 17-го года. Да. Проблема заключается в том, что, друзья, этот процессор, по сути, по стоимости i3-10 поколения сейчас продается, который по потокам значительно хуже, что нельзя сказать, кстати, про вычислительную способность на одно ядро. Тем не менее, друзья, основная загвоздка является тем, казалось бы, да, вроде бы, Дань, но это же настоящая имба, как говорит молодежь, знаешь, то есть мы нашли ту вещь, которую нужно брать дешево, стоит супермощный прос, круто, материнские платы под эту штуковину нигде с огнем днем не сыщешь, а если и сыщешь, то стоить они будут как другой действительно более крутой прос. То есть на сегодняшний момент это счастье, если вы за двадцатку где-то найдете материнскую плату под этот камень, а то и ценники начинаются 20, 30 и до бесконечности, друзья. То есть сам по себе проц это дешевый лишь по той причине, потому что он не актуален. То есть с точки зрения денег нецелесообразно брать эту материнскую плату где-то искать на ТР-4 этот процессор, покупать, когда гораздо дешевле, в принципе, ты можешь себе собрать что-то другое. То есть и по сравнению с обычными Ryzen'ами, он смотрится уже, знаете, не так круто. Но я за всю историю ни разу не распаковывал эту штуковину, и давайте сейчас этим с вами и займемся. Самый интересный момент является еще том, что вообще первые Threadripper вышли именно линейка 1920X и 1950X. То есть этот самый слабый Threadripper вышел чуть позже, чем его предшественники в этом первом поколении. То есть своего рода, я думаю, это было так, то, что ребята выпускали успешный, хороший кристалл, который у них получились, но на складе осталось еще что-то такое, знаете, более дешевое. Они решили сделать поменьше ядер, поменьше потоков, поменьше кэша также, и выпустили как такое бюджетное решение. То есть действительно самый слабый получился у нас здесь агрегат. И при этом он вышел позже. Чем он еще отличается? Интересно тем, что именно базовая частота герцовка у него выше, чем у его более крутых братьев. То есть у 1920, у 1950X частота базовая ниже, при этом, по-моему, Precision Boost у них у всех около 4 ГГц. Но у тех ребят гораздо больше, друзья, кэша. При этом у каждого из них пропускных способностей, то есть линии PCI Express, по-моему, около 60 штук. Для чего, вы скажете, они нужны? Это, по сути, серверные такие решения. Вы можете установить себе большое количество всяких расширений, видеокарт, слотов, SSD. При этом можно даже с этими процессами делать рейды скоростных SSD. То есть, действительно, каких-то таких вот прям рабочих станций эта вещь изумительно подходит. Все, я уже наболтал столько, что я не могу терпеть. Данька, подлетай сюда, и давай мы с тобой, знаешь, все-таки наконец-то прикоснемся вот к этому чуду, которое я безумно... Вот коробка, это просто что-то с чем-то, друзья. Я надеюсь, в этот момент сейчас прочувствуете. Итак, распаковка самого дешевого Threadripper за всю историю, да и вообще единственная и последняя, наверное, распаковка Threadripper на этом канале. Шутка, конечно. Поехали. Что не сделаешь ради наших клиентов, друзья. 11200 рублей на ваших глазах сейчас обесценится, потому что эту капсулу времени я готов прям разорвать. Ну что, давай, логично, что мы видим, что нам тут... О, смотри, нам тут сразу показал даже ход действия. Теперь так мы оторвали. Теперь мы должны открыть. Так, ладно, все, я, в принципе, понял. Ryzen Threadripper AMD. Боже ты мой, какое вообще удовольствие от всего этого процесса. Так, снимаем эту крышечку. Ух тышка! Вот оно как выглядит. Так, у нас здесь... Вот эту я всегда вещицу хотел. Посмотри, здесь у нас в комплекте, дружище, идет специальное крепление и специальная вот отверточка. Вот только ради этого. Только ради этого я все хотел. То есть мы сейчас с тобой грамотно сможем... Причем она умная, эта отверточка, я про нее чуть позже расскажу. Ну и само крепление под... соответственно, под стоечку нашу. Окей, отлично, здесь понятно. Здесь еще что? Что у нас? Ух ты! Вот это наклейка! Слушайте, не удивляйтесь, друзья, что я так смотрю. Действительно, я со Threadripper не так часто сталкивался. Вот, и меня это прям, глянь, ты понимаешь, вот обычная наклеечка. Вот, а это наклейка своего соседа. Вот, это прям круто. Слушай, такая штуковина. Мы ее, конечно же, не будем пока трогать. Больше тут ничего у нас, друзья, нету. И логично, что нам тут показывается Unlock the Power, то есть мы должны разблокировать мощь, друзья, с вами сегодня. Так, отверточку я уже разблокировал. И по идее, если я все правильно понял, мы вот так вот крутим. И вот так мы эту красоту достаем. Бог ты мой.
Что-то в этом, безусловно, есть. Если вам эстетический момент этого процесса не нравится, то вы просто бесчувственные вообще к компьютерам. То есть мы сейчас капсулу, вот она реально как капсула, ты понимаешь? 5 лет прошло, он 5 лет ждал меня. Он 5 лет малыш меня ждал. 16-й год тут написан, то есть он вообще даже больше на сегодняшний момент. И окей, идем дальше. Я достал это чудо, произведение искусства. А дальше как? Знаете, друзья, не, так сказать, обессудьте. Логично, что вот эту мы сняли. И логично, что каким-то чудом мы теперь... Там есть для... У тебя есть пояснительная. Да, пояснительная бригада, давай. Вот, мы нажали. Ну, соответственно, да, оно тут вот так вот. И мы открываем с вами крышечку. О-о-о! Руками не машину. Фу-ху, друзья, да, это он. Слушай, какой кайф, наверное, было в свое время его купить. Он, кстати, в 17 году, когда выходил, стоил примерно 550 долларов, то есть около 30 тысяч рублей на тот момент, по курсу, наверное. Вот, это достаточно неплохо было, хотя я могу, конечно, ошибаться с точным курсом, тем не менее. Посмотри, какой красивый, да, он огромный по сравнению с обычным процессором, чтобы просто, друзья, знаете, понимали малейшее сравнение. Вот, я беру вот любой там прос, вот он, SM2, ты просто смотри, называется дед, а это внук. Либо там просто уже, знаешь, в нескольких поколениях. Что вообще себе это представляет? Почему он такой огромный? По сути, в нем у нас, друзья, не один кристалл, их там несколько. То есть это целая махина там, которая вот этой всей огромной теплоотводящей крышкой пытается себя охладить. То есть тут, по сути, несколько процов в одном, если прям уж совсем грубо выразиться. И давай мы все же возьмем теперь его. Я теперь понимаю, что это как-то мы должны теперь достать аккуратненько. И все. Он уже идет с вами. Видишь, посмотри, да? По сути, как несколько процов сразу, он идет с нами уже вот в таком вот специальной кассетке. И мы ее отсюда не достаем. Мы теперь с вами берем вот эту замечательную штуковину, кладем пока этого красавчика чуть-чуть в сторонку, убираем все лишнее, мы распаковали эту капсулу, я искренне получил удовольствие от этого процесса. И давайте, друзья, с вами все же постараемся понять, проблема в этом была или не в этом. То есть мы сейчас должны приговорить материнскую плату, либо приговорить Ryzen Threadripper, который я не помню... Да, к логическому концу. То есть мне сейчас нужно понять, проблема в плате. И если проблема в плате, то на самом деле здесь грустная ситуация, потому что каких-то очевидных, знаете, нюансов по ней нет. То есть она вроде как заводится, вроде как себя ведет. Иногда стабильно, иногда нет. То есть какие-то сложности, друзья, здесь происходят. Нет, здесь у нас это не подойдет, потому что охлаждение от Noctua. Обычно, знаешь, ты думаешь, блин, в материнке или в проце. Главное, чтобы не в проце. А это тот случай, когда наоборот. Да, наоборот, думаешь, господи, хоть бы сгорел проц, потому что тогда бы это человека спасло. Ибо понять, что конкретно с этой материнкой случилось, тут достаточно проблематично. Визуальных моментов нету, все напряжения на ней поднимаются, и какой-то дефект в ней все равно присутствует. То есть это может быть действительно просто чипсет себя так вести. Может быть, какой-то из огромное количество мультиконтроллеров тут, которые себя так ведут. Информации какой-то более точной я, к сожалению, не нашел. И поэтому это либо нам нужен специалист, который прям очень хорошо разбирается в поведении подобных таких вот материнских плат, либо мы должны сейчас с вами хотя бы понять, потому что это все диагностика. Это все диагностика, друзья, и просто мы купили исключительно ради этого. Все снимаю. И давай сейчас, как раз таки в прошлом видео я не показывал, друзья, сам этот процесс. Вот такой вот охлад, представь, набалдешник. И вот такой сам по себе мы с вами наблюдаем. Сейчас возьму Threadripper. Только это, по сути, старший, это главный в семье Threadripper. Это 1950X. То есть в первом поколении Threadripper он, конечно, рулил процессом по полной катушке. У него больше всего ядер. У него 16 ядер и 32 потока. В то время как у 1920X 12 ядер и 24 потока. Этот был самый главный. Он босс. Он босс всего был происходящего. И смотри, как мы делаем. Теперь здесь достаточно интересный момент. Тут... Видишь, открывать 2, 3, 2, 1. Тут прям последовательность. 3, 2, 1. То есть четкая последовательность открывать, а закрывать 1, 2, 3. То есть тут надо эту последовательность, друзья, соблюдать. Итак, нам нужно открыть. Соответственно, мы сначала открываем с вами троечку. Пятигранник? Шесть или пяти? Пятигранничек, да? Пятигранничек. Не, шестигранничек, что-то. Шестигранничек, да. Так, теперь этот открываем. То есть, видите, я все делаю прям по заводу. Ну, процесс достаточно прикольный. Прикольный, не такой уж частый. Вот, хотя, как бы на Threadripper я, конечно... Сейчас уже 3 поколения Threadripper, друзья, прошло. И если первое и второе имели один сокет, TR4, то сейчас, друзья, оно уже сменилось. Так, тут у нас термопасточки немножко слишком много. Мы вот этот процесс берем. И теперь, отстегивая вот эту вот красоту... Мы с вами поднимаем вот эту вот лапочку. И ты можешь посмотреть, какой сокет сумасшедший здесь. Здоровый.
знаешь, просто сокет батя. Просто жесть. И все, что нам нужно делать, нам нужно достать нашу вот этот вот, эту красоту из закрепления. То есть мы его прям, знаешь, как кассеточку достаем и ставим новую нашу кассетку. Иди сюда. Все. Я надеюсь, что у нас без проблем все будет. До удовлетворительного щелчка здесь процесс должен происходить. То есть прям, что он сел хорошо. И также он должен тут защелкнуться и при этом обратно не выпрыгивать. Тогда все хорошо. Да. Все. Видишь, мы установили, по сути, с тобой наш абсолютно новый Ryzen, который мы купили для теста аппарата нашего клиента. И единичку мы закручиваем. Причем, знаете, в чем прикольно? Двоечку сейчас чуть подкрутим. Троечку прикольно. Эта отвертка сделана настолько умному, что она не позволяет перетянуть. Но вот смотри, я сейчас закручивать буду, допустим, еще разочек. То есть ты ей не перетянешь больше, чем можешь. Да, она должна не давать тебе больше перетянуть, чем, то есть она прям, ну если, ага, вот видишь, до отсечки, все. Прикольно, да? То есть ты не можешь там себе повредить соки, то есть ты вот крутишь до последнего и все, отщелкивает, значит, ты затянул хорошо. Это вообще кайф. Вот эта вещица мне больше всего радость приносит. Ну что, друзья, наношу теперь. Да нам даже не нужно особо наносить, по факту-то. Нам нужно просто убедиться, а тут и так тебе мушечки хватит, будет ли сейчас зависание, либо не будет. Поэтому включусь буквально через секундочку, как только всю эту процедуру сделаю. Эх, друзья, кажется, я рад, потому что... До такого момента я еще не доходил. Мы сейчас спокойно с вами на нашем новом процессоре 19200X играем в игрушку. И все хорошо работает, никаких зависаний пока я не наблюдаю. То есть все, я уже, наверное, минут 10-15 вот тут лажу. И те нюансы, которые были, они пропали. Компьютер работает, ведет себя стабильно, все хорошо. То есть теория оказалась, возможно, верна на практике. Но есть некоторые нюансы. Вот я сейчас уже, чтобы вы понимали, я оставил всю нашу оперативную память. У нас все 128 гигов видны. Давай посмотрим, смотри сюда. Наши 128 гигов оперативной памяти. Проц у нас работает на частоте 3.3 сейчас, без вопросов. То есть все хорошо, графический процессор, и мы рубимся, все, комп исправен. То есть то, как и должен был клиент им пользоваться. И чтобы немножко подтвердить, скажем, предположения, которые были, на чем они были основываться, я вот такую вот распечатал схему, как раз таки, которая показывает, как Threadripper плюс-минус общается, с какими, за какие линии он отвечает. То есть мы видим с вами, это наш процессор. Threadripper, он напрямую у нас завязан на оперативную память. Причем в первом поколении только 2666 четырехканал может держать. Вот, ты можешь наблюдать. То есть он напрямую, чипсет у нас не общается с оперативкой, только сам проц. Он ответственен за линии PCI-Express 3.0, X16, X8, X4. Тут у нас идут, могут быть видюхи, могут быть NVMe-шные скоростные SSD-хи и так далее. То же самое с другой стороны. У нас PCI-Express 3.0, X16, 8, 4, PCI-Express 3.0, X4, да, еще одно. И частично за USB-шники он также отвечает, USB 3.0. 5-гигабитные, то есть 4 порта. То есть чисто в теории, если вдруг, ну в кавычках, какой-то транзистор замкнуло в этом процессе, он также вполне мог и ругаться на USB-шнике, которую ошибку мы и с вами видели в прошлых роликах, то, что overcurrent USB device что-то получает. Хаб же, вернее, чипсет наш X399 отвечает за PCI-Express линии 2.0, 8 линий, и за USB-шки 3.1 скоростную, 3.0, 6 портов отвечает, USB 2.0, то есть частично проц, частично чипсет, и все SATA-порты, это непосредственно от самого чипсета. Вот чипсет, вот SATA-порты, то есть все здесь грамотно, друзья, распределено. И действительно то, что если вдруг у нас предположить, то, что неисправный наш 1950X был, могли такие ошибки вылетать, и сейчас, ну вроде как, я ни разу столько долго на нем не мог проработать, у нас все хорошо. Но смотри, что меня смущает. Если мы сейчас, безусловно, я сейчас заменил термопасту, кстати, нанес уже полноценно. То есть перед, в последнем дубле я сказал то, что просто на проверку запущу. Нет, я уже перекрутил, нанес термопасту. И смотри, что мы сейчас заходим в OCT StressTest, который у меня ни разу я вообще даже не смог на прошлом процессоре запустить. Он у меня сразу зависало, выкидывало, то есть висло все намертво. Мы, наконец-то, можем этот стресс-тест запустить. Но есть нюанс, который, конечно же, вы должны все... У нас даже в простой сейчас температура 70 градусов нашего Threadripper, друзья. Это плохо. Частота сейчас на уровне 2 ГГц. И если мы с вами запустим Power Stress Test, то мы с вами дождемся 6 секунд. Потому что я так и не купил, друзья, у CCT, простите бога ради. Но это хорошая программа, я их поддерживаю своим словом. Вот, потому что для нашего использования она очень дорогая. Посмотри, у нас 95 градусов сразу лупит. Я заменил термуху, я закрутил все винты нормально. 95 градусов сразу лупит. При этом частоты у нас 3.7, как бы хороший турбо, более-менее неплохо. Да, 3.8 базовую у нас он должен держит, он держит ее. Но температура, блин, извини меня, 95 сразу. Как-то грустно совсем, да? То есть, и давайте теперь проверим мою теорию, то, что может быть вообще все
все это дело произошло из-за того, что сам по себе охлад нормально с этим не справляется, и плохой прижим, допустим, и этот камень просто погиб. Потому что, как сказал клиент, он неделю проработал в муках, то есть с тобой делал работу, то выключался, выключался, потом вообще перестал врубаться. После чего вообще у нас бюст даже улетел. Изначально он, да, запускался, неделю он жил. Неделю этот жил, агрегат, но все, потом он... Клиент не тестил температуру. Я не знаю, тестил он, не тестил на температуру, но мы уже имеем с тобой результат последствий. Давай посмотрим. Я сейчас закрутил полностью абсолютно все с вами по периметру наш охлад. Причем это Nocto, это не самый, скажем так, дешеманский охлад. У него тут даже две, хоть и маленькие, но вертушки выдувают. И башня достаточно, посмотри, сколько, 6 медных теплоотводящих трубок. Вот. Неужто на, казалось бы, 8-ядерный 16-поточный проц этого мало? Но мне кажется, здесь... Проблема немножко в другом. Мне кажется, здесь какой-то нюанс был именно с прижимом. У меня такое ощущение, потому что, сняв тот проц, я не обратил на это внимания. Мне показалось, что, ну, вроде там было размазано термопаста. Но, наверное, если мы сейчас снимем, мы с вами увидим изначальную причину вот этого убийства Threadripper. Опять же, я, конечно же, перепроверю, не переживайте, друзья. Потому что я эту плату проверял с тепловизором. Совсем я искал причину. Греется, может, какой-то кодек из-за всяких USB-девайсов, вот эти вот оверкуринг, еще что-то. То есть все было сделано настолько, насколько возможно. И давай снимаем, смотрим. Нет, друзья, прижимчик-то у нас более-менее, скажем, есть. Но походу охлада просто здесь физически нормально не хватает. Несмотря на то, что, казалось бы, глянь, какой выход, какая дуреха. Я, безусловно, сейчас еще раз перепроверю, друзья. Вот протру полностью стерочку, потому что тут следы окисла небольшие есть. Еще раз процессор тот верну. Если у меня зависает, на нашем все хорошо. Это, друзья, ну, мы с вами стали свидетелями первой, наверное, за мою историю, либо второй потери этого Threadripper. То есть, и прям его можно будет действительно в капсулу времени мертвую положить, если все же дело, конечно, в нем. Поэтому сейчас, друзья, мы с вами, скорее всего, нашли, в чем причина. Это мертвый Threadripper. И не купив новый, я не мог никак проверить, поймите меня правильно. Вот, теперь мы переубедимся еще разочек, если я действительно прав, и Threadripper клиента нормально себя вести не хочет. Все, надо будет согласовать только покупку нового. Такого же я не мог на свой страх, потому что 1950X стоит уже значительно дороже, друзья. Поэтому я в качестве тестового взял себе самый дешевый 19, на случай того, что у нас просто останется как проверочный. Так что все, друзья, уже в следующий момент включимся, я сейчас заново перепроверю, убедюсь, что все же действительно именно в процессоре дела, заново переключу, все протру, обеспечу, так сказать, полное прилегание, но, скорее всего, просто из-за температурных режимов этот процессор загубили. Друзья, ну что мы можем наблюдать с вами? Нехватка электропитания USB-порта. Ты только взгляни, дружище. И это у нас AMD Ryzen Threadripper 1950X. Полностью запустил нашу конфигурацию, не прошло еще и минуты стресс-теста. У нас с вами вот такие свистопляски. После чего просто аппарат может выключиться, перестанет включаться и так далее. То есть будет такой overcooled USB devices. И это наглядно происходит сейчас на процессоре нашего клиента. Друзья, я вынужден в заключении сегодняшнего ролика все же приговорить наш Threadripper 1950X, который не выдержал вот этой вот, знаете, битвы за жизнь. Материнская плата на нашем процессоре ведет себя стабильно, на процессоре клиента, к сожалению, выдает всякие свистопляски. Как мы убедились, чисто в теории это действительно возможно. Остаются, безусловно, за кадром сейчас, чтобы на 100% приговорить что-то, конечно, тесты, только там спустя полдня, когда он у меня стабильно на нашем процессоре проработать, я смогу на 100% утверждать. На текущий момент ситуация наглядная. С чем это связано, можно лишь предполагать. Виной, скорее всего, действительно температурный режим. Если процессор работает все время под сотку, то как у него там внутри вообще, представьте, сколько тут всяких чипсетов внутри, господи ты боже мой, кристаллов внутри находится, у них достаточно жаркие температуры. Чиплеты тоже, кстати, пошли на 3000-х, по-моему, линейках Threadripper'ов, на третьем поколении вот всего этого дела. То есть этот агрегат нужно хорошо охлаждать. И когда он постоянно калится при нагрузке там под 95-100 градусов, конечно, вряд ли это его сильно порадует. Несмотря на то, что сейчас аппарат на процессоре клиента заводится, все же ошибки вот эти вот с USB-шниками, они очевидны, которые не позволяют дальше этому аппарату, ну, стабильно себя вести и, по сути, служить клиенту. Что остается?
вывод, самое главное, что иногда нужно потратить 11 200 рублей, чтобы сделать диагностику компьютера. Потому что вещь, друзья, уникальная своего рода, и как-то под рукой ее не оказалось. Теперь у нас есть проверочный 3D-пер, с чем меня и поздравьте, друзья. Ну и, конечно, напишите в комментариях, интересно ли вам было бы посмотреть, поскольку все же у нас еще на тестах остается этот компьютер. Тесты, в данном случае 19200X, поскольку он единственный, который более-менее себя стабильно здесь ведет, на X399 чипсете с видюшечкой, здесь, допустим, 1080 Ti нашего клиента, на что он еще годится или не годится. То есть показать вам, знаете, вот это вот уникальный, самый дешевый Threadripper в 2022 году, либо это, пусть, знаете, история как началась, так и закончится. С платой вроде бы все нормально, вот, но учитывайте, что еще есть некоторые интересные моменты. Можно побаловаться в BIOS, подключать ядра разные, подключать некоторые настройки, возможно, можно и даже этому процессору дать все-таки какую-никакую, но вторую жизнь. Опять же, лишь тесты покажут достаточно длительных всяких терзаний. Вот так себе процессоры могут вести. Теперь вы знаете, что если вдруг у вас аппарат, знаешь, вел себя нестабильно, резко выключался, были проблемы по электропитанию какого-то типа, то это может быть связано непосредственно с вашим Threadripper, либо, допустим, Ryzen. Так что в нашу книжечку «Дневничок мастера» мы все записываем вот такой вот опыт, и надеюсь, вам он также был полезен. Увидимся с вами в новых компьютерных историях уже непосредственно завтра. И спасибо, что подписались на канал и оставили комментарий. Нас это очень поддерживает. Пока-пока.